кого, например, работа скачать информацию такого. В следующем языке Python, как я сделал именно для работы. Работает как чит формат, тут пакетов, пакет, который есть. Встреча данных по IP, я поэтому расскажу так. ID у нас простая, это стартовый пакет, разделить пакета. Переход. Тип пакетов у нас так уж много. Данными, пакет с данными, пакет из черного ящика, пинговый пакет, сообщение водителя, можно сюда ими, команда запуска. Отображение, пакет с отображением, пакет информации DDFile, пакет с... Структура очень простая. Это текст протокол, работающий. Тип пакета по тому версии, пароль. Здесь у нас пароль, да, для работы. О, мы оставляем это поле. В зависимости от того, как у нас все прошло, да, получаем ответ сервера. Прошло невозможно. Соответственно, ошибки, либо ошибки. Пакет у нас также есть с данными, расписан. Довольно. Чем у меня проблемы? Для себя, но все отдельно прописал CRS и вставлял. У нас есть CRS. Во-первых, пример расчета CRS. Потом, что нам нужно. После того, как у нас CRS, да, мы взяли и получаем вот такое значение. Нам нужно записать отдельно в 4 байта, то есть это f, это вот f 46, s это паски 2 символа. Довольно тут довольно сворачиваться они, и в чем проблема, я не бабахнул на, но пакеты данных по-разному считаются. Если то мы считаем вот на этот, на эту. Мы не команду, не конец. Такая же ситуация с пакетом. С пакетом параметров i, s, s, t. RS будет стоять только пакет bin. В конце, что мы вкладываем на вот эту есть также пакет, вот как раз основные пакеты работаем, вот пакеты, да, а у них команды. Формат пакет. Считать надо параметры, отправлять их на сервер. Покажу, как это работает.